Ребят, есть у нас вот такая вот тачка Mazda RX-8. Распил Type-S. Это у нее идут тормоза лютые. Идет коробка, мотор на 250 сил. Вот на таких колесах. Короче, клиент внес депозит, купили ему машину, а потом он сказал, у меня нет денег. И потом нас люди спрашивают, а зачем типа давай депозит, да мы стопудово заплатим. Ну вот вам пример, мы не можем ее продать уже с января месяца. Вот эту машину, вот, сейчас мы ее заведем для профилактики. Блин, не знаю, если вам интересна эта тачка, пишите в комментариях, звоните, может быть, машина приварена, то есть заводится, подключено топливо. Вот, то есть можем вам ее продать, загнать на автовоз и отправить в ваш регион. Ух, заводится сразу, но живая, живая. Все, обороты держат. Завелась с полпинка. Не заводили 3 месяца. Убираем, правда? Да, Илюх, убираем. Ребята, это самая максимальная комплектация. Единственное, у меня была такая Mazda, у меня был еще люк, у меня был кожаный салон. Музыка Boss, здесь тоже Boss. Единственное, нету кожи и люка. Вот, а так, все нормально, пробег. Пробег, пробег, пробег. Илюх, открой дверь, пожалуйста, мне. Ага, спасибо. Так, пробег у нас, 77 тысяч. Эти моторы стоят, я не знаю, в свое время они по 70, по 80, сейчас они, наверное, в районе сотки стоят. Пробег 77 тысяч, то есть, ну, прям вот на запчасти, не знаю, что ее люди не берут, вообще максимальная комплектация. Блять, у нее тормоза, диски, посмотрите, какие красивые. Выхлоп, что у нас? Выхлоп... Не, выхлоп не заводской. Кто разбирается в этих машинах, послушайте, мотор не дергается, нормально работает. Никаких посторонних шумов. Такая вот тачка. Ребят, я надеюсь, вам пояснил, почему мы берем депозит. Потому что вот такие вот люди вносят предоплату, покупают тачки, потом говорят, у меня нет денег. Поэтому предоплата — это гарантия того, то, что у вас есть серьезные намерения купить автомобиль. Даже с учетом 30 тысяч рублей, которые внес этот человек, эта тачка, короче, она не продается. Я не знаю почему, то есть эти машины продаются в разбор, у них дохнут моторы. Не знаю почему вообще нету интереса у этих людей. Короче, пишите ваше предложение, может быть кому-то интересно, предлагайте свою цену. Но какие-то 100 тысяч рублей, там типа, такое вообще даже не надо писать. Пишите адекватные цены. Ссылка на дроме в описании будет, дополнительный фотоотчет можем скинуть на почту. Звоните, пишите по этой машине. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.